Здорово, киберспортсмены, на связи, как обычно, Skill. Сегодня вы увидите крутой видосик на моем канале. Как вы знаете, совсем скоро, буквально в начале следующего года, мы перейдем играть на телефоны. То есть именно киберспортсмены будут играть только с телефонов. Я решил попробовать, что же такое играть с телефона, да? Сегодня я возьму 14-й iPhone и буду играть с него. Что из этого выйдет, вы увидите сегодня в видео. Ну и, конечно же, друзья, присаживайтесь поудобнее. Всем желаю приятного аппетита, кто кушает и смотрит этот видос, да? Ну и, конечно же, друзья, я не мог вас оставить без конкурса, пацаны. Сегодня я разыграю новенький Battle Pass. Все, что от вас требуется, это поставить лайк на данное видео. Второе, написать в комментариях свой ID от Stando 2. Ну и третье, быть подписанным на канал. И самое главное условие, это посмотреть видео от начала и до конца. Ведь кто смотрит видео от начала и до конца без перемоток, тот увеличивает свои шансы на победу в 10 раз, пацаны. Я реально выберу тебя, если ты посмотришь видео. А если ты пересматриваешь видео несколько раз, тогда ты вообще просто увидишь миллион шансов на победу, потому что с помощью специальных приложений я подвожу итоги. Но я не буду долго томить, пацаны, присаживайтесь поудобнее и всем приятного просмотра. Погнали к видосику. Ну что ж, одеваем на пальчики скилла. Кстати, ссылочка в описании, они уже доступны на WordPress. Ну что ж, друзья, мы уже в игре, теперь начнем с настроечки. Естественно, с настроечки. В принципе, у нас только вид рук, да, в общем, нужно классический поставить. Здесь мы сохраняем, больше ничего не изменяем. Естественно, настроечки по стандарту у нас высокие. Давайте все затестим на высоких, посмотрим, какой FPS выдаст. И, конечно же, 120. Это убираем, это нам не нужно. Так, все, 14 и 8x. Все, вот такие вот настроечки графики. Управление. Так, по сенсе. Давайте поставим троечку. Без ускорения. Давайте так, 3.01 у меня стоит. 3.01, все, окей. Как на iPad будем играть? Окей, прыжок, кнопочка, естественно, свободный, да, джойстик. Кнопка стрельбы, вот такая. Кастомка. Вот давайте кастомку настроим, какая плюс-минус будет кастомка у нас на телефоне. Друзья, потому что на телефоне очень важна кастомка. И здесь не как на iPad. Здесь совершенно все по-другому. Здесь по сути у нас меньше возможностей, да, как размахнуться. Поэтому, естественно, мы настраиваем кастомку грамотно. Нам нужно прям максимально все настроить под себя. Естественно, я сижу сейчас в не очень удобном положении, да, потому что нужно снимать хэндкам и скрючившись просто. Так, ну я бы на самом деле делал какую-нибудь вот такую вот кастомку и прицел вот ставил бы точно вот туда. То есть сравнимо с айпадом, да, плюс-минус. Блин, кнопок на самом деле очень много появилось. И куда всех расставить, да, вообще непонятно. Ну, плюс-минус кастомка должна быть как на iPad. То есть ничего в принципе не поменяется, я думаю. Единственное, вот это мы уберем, вот это. Все. Спортсмены, вы меня очень часто спрашиваете, где же, Саша, можно участвовать в таких киберспортивных турнирах, где ты играешь? И я вам отвечу. На Cyber Hero. Cyber Hero — это один из крупнейших киберспортивных порталов в СНГ, организующий ежедневные турниры по мобильным играм. Ежедневно тысячи игроков соревнуются здесь в турнирах по Stand of 2, PUBG Mobile, Brawl Stars, Clash Royale, Free Fire и Kaboom. Cyber Hero предлагает игрокам десятки турниров в месяц, проходящие ежедневно, а также собственную стриминг систему без загрузок сторонних приложений. За качеством проведения турниров следят профессиональные судьи, а некоторые премиальные турниры транслируются популярными блогерами на своих каналах. Турниры стендов ивентов на платформе завались. Самое приятное, безусловно, почувствовать настоящую киберспортивную атмосферу. Ведь на турнире она втройне приятнее, особенно когда ты получаешь за победу деньги, внутриигровую валюту и бафы, внутреннюю валюту платформ. С понедельника по четверг турниры с призовым. Призовой фонд 1200 голды, пятницу 2400 голды, субботу и воскресенье 5500 и 10 тысяч рублей. Если я вас заинтересовал, киберспортсмены, тогда быстро переходите по ссылке в описании и в закрепленном комментарии и регистрируйтесь на Cyber Hero, ведь это крутая площадка для того, чтобы ты начал свой путь в киберспорте. Ну а мы переходим к видосику. Здесь мы поставим чуть больше. Вот, чтобы видеть немножко, да, куда мы тыкаем по кнопкам. Так, ну что ж, в принципе, пока все. Я думаю, вот эту кнопку куда поставить? Это вообще, это габелла. Давайте вот такую кастомку оставим, попробуем поиграть с ней. Ну что ж, звуки у нас ничего не остается. И, ребят, давайте зайдем сначала потреним на ботах, посмотрим, что из этого выйдет. Потом мы залетим в каточку в напарника с Даньком Сейджура и тоже посмотрим, что из этого выйдет, дорогие друзья. Ну что ж, сейчас мы загружаемся на полигон. Естественно, мы это все знаем. А, прицел я не настроил. И, конечно же, прицельчик.
Прицельчик. Ну, давайте оставим зелененький, и, в принципе, нам ничего не нужно, да, кроме вот этого, и мы сделаем его потолще, поменьше, и вот такого, я думаю, прицельчика нам будет достаточно на сегодня, да. Посмотрим сейчас, как он будет у нас выглядеть в игре. Да, в принципе, нормально, адекватный прицел, ничего такого плохого нету, да, просто обычный прицельчик. Ну что ж, мы начинаем. Смотрим, как это вообще идет. Так, давайте проверим наши способности. В принципе, мне очень удобно играть, но я чувствую на самом деле, что и можно и с телефона катать. Просто дело в том, что немножко сижу неудобно. Сейчас я попозже попробую перед тем, как катку запустить, чуть поменять камеру, да, местоположение. И посмотрим, что из этого выйдет. А так, в целом, ну, мне реально нравится, на самом деле, круто играть с телефона. Это какие-то новые ощущения, то есть, прям вообще кайф. Прям очень новые ощущения. И смотрите, главное, что это iPhone 14, да, и 60 FPS, я думаю, достаточно. А представляешь, что будет у меня на 120, на... С учетом того, что я хотел 15 взять Pro Max, я думаю, неплохо, реально. То есть с этого можно играть, и ничего страшного в этом нету. То есть прямо, так сказать, что что-то плохое тут, ну нет. Прикольно играть с телефоном, я думаю, да многие, в принципе, с телефона и играют. Просто уже киберспортсменам привычно именно играть с iPad'а. Ну, естественно, да, потому что дюймы большие. А так, в принципе, я не скажу, что как-то дискомфортно. И на самом деле, вот по зажиму его как будто бы вообще нету. Это с учетом того, что я вот сижу реально полусогнутый, тут стараюсь, да, для вас. Но реально, зажим как бы легко вообще. Давайте посмотрим, что у нас по прицелочке будет. Если S-ка, калаш, понятно, то что будет по прицелке и по авику. Так, давайте посмотрим все координацию. Слушайте, друзья, ну, с iPad'ом сравнимо, да? Если сравнивать с iPad'ом, то реально как будто отдачи вообще нет. Маленький диапазон, типа экрана именно. Единственное, бесит вот эта шторка сверху, которая вылазит. Маленький экранчик, маленький, вообще ничего, пацаны. Просто по сути ничего. Так, ну-ка, SM16. SM16, кстати, большой на самом деле разброс. Вот интересно посмотреть, что будет с M16. Потому что здесь разброс такой, как бы, нехилый. Ну, в целом, я говорю, это все на самом деле дело привычки. То есть, телефоном можно играть. Я думаю, просто это будет на самом деле круто. Я очень жду момент того, что мы перейдем на телефон. И я думаю, интересно будет, да, посмотреть, как мы будем играть. И в целом, это новый опыт. Так, ну, M16 норм. Теперь давайте возьмем с вами авик, дорогие друзья. Возьмем авик и посмотрим, что вообще с авика здесь можно настрелять. И пойдем, естественно, играть с вами в напарнички с Данечком. Так, Данечком Сейджера. Моим игроком из Эрмиши, дорогие друзья. Так, ну-ка, ну Савика тут здесь нужно прям так наводиться, прям бэм. В общем, я играл на самом деле просто без напальчников. И как-то с напальчниками, честно, ну ощутимо лучше. Так, ну что ж, дорогие друзья, мы с вами размялись. Сейчас мы, киберспортсмены, блин, пойдем просто покорять напарники. Посмотрим, что из этого выйдет. И let's go прямо сейчас в катку. Погнали. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы и в игре. Мы с Данечком сейчас будем катать. Данечек, ты готов? Конечно, всем здорово, ребят. Мы запустились в напарники с тобой, брат. Я буду играть с мобайл фона. Ты уже играл, у тебя был уже опыт, да, с айфона. Как твои ощущения? Как твои ощущения? У Данька, кстати, был видос на канале. Имбулечка. Но я играю в 60 FPS. Я тоже в 60 FPS еще играю, и меня просто сейчас убили. Нет! И тебя тоже, брат, хорошо? Сейчас самое главное с телефона вот, сесть удобно просто, потому что я всю жизнь просто, пацаны, играл на подставочке, знаете. Типа там подставочка, все дела, все круто. А тут бац, плюс еще ханкам. Ну что ж, да, я сделал лэг, короче. Понял, Данька уже. 5 хп он 5 хп. На миду? Да, на миду 5 хп. Окей, брат. Окей, опа. Ну почти, ой, я почти убил. Хитростью, пацаны, надо выигрывать. Почти дал килл, это нормально. Так, ну чё, я думаю, надо брать прицел, так как я думаю, это будет, брат, точно мета. Типа с прицелки стопудово мы выиграем. Естественно, дорогие друзья. Тут, ну чё, Данёк, ну-ка, тут ты мне только киллов оставь. Потому что, ё-моё, я не знаю, как тут набивать. Меня убивают уже. Братанчик. Меня просто задавили. О! Хорош. Пошла, поехала. Так, ну-ка, накидываем флешечку. Слушай, ну,
RGG совсем скоро будут играть именно с телефонов, да? Поэтому нужно привыкать, нужно привыкать. Я уже плюс-минус эту раскладочку понял, накидал. Как бы, ну, вроде неплохая, вроде неплохая. Так, ну-ка. Мне единственное, что трудно с телефона сейчас именно не играть, а сидеть, с учетом того, что это хэндкам. В целом-то все ок. Мне даже нравится, как меня просто, пацаны убивают. Это пипец. Она просто пипец. Ну, у нас вообще выбор, в принципе, небольшой. Давай тигл возьму. Пойдем девяточку вместе. Ты должен быть. Да, давай просто... 9. Пойдем 9. Нам нужно выиграть эту катку, братан. Нужно камбэкнуть жестко. И просто вот выиграть, реально. Я поэтому тебя, Данек, и позвал. Так же Данька и меня вырубают с первой просто. И с моей АКР-12. Пацаны. Ну, что это такое? Данек, давай. Я сейчас возьму... прицелки. Да, прицелочки. Бляха, КМ-40. Случайно тыкнул. Окей, выбрасываем эту фигню. Что мы с тобой делаем? Я сейчас подбираю КМ-40. А тогда 9 выбить. Да, пошли, пошли. Ну или давай. Прошу тебя, дай мне килл. Хотя бы один. Так я даю флешку сайт. Нет, не дал. Ой, флешку. Ай-яй-яй. Прочитал. Найс. Последний мой. Я с тобой играю. Между. Ай-яй-яй-яй. Сколько? 31, брат. 31. Ой, хорош, я говорю, если бы я сидел удобно, я бы сейчас просто выиграл, ты же сам понимаешь. Ты же сам это понимаешь, Данечка. Надо дроп? Да, дай мне присылку. Мне кажется, кроме присылок, мне еще не надо просто в этой жизни. Ну, с телефона, конечно, присылки вытаскивают. Опа. Он пикает. На, дорогой друг, получай. Ну что? Ласк был 9. Да, ласк 9 был. Не, тут очень легко, на самом деле. И зажим контроль, найс! Пацаны, да. Это уже третий килл, красавчики. Просто мы с тобой красавчики, брат. Ну чё, нам надо сейчас затащить последний раунд. В принципе, я просто с этого, ну, с телефона еще вообще нормально толком никогда не играл. То есть как бы пробовал, но не играл нормально. То есть это когда было еще в каких-то там годах, когда реально айпадов не было, все с телефонов, тогда да. А вот сейчас это очень даже непривычно. Тогда еще с 15-го айфона, пацаны, кто помнит? Чего нафиг? Вообще, АКР-12, если честно, не чувствуется. Брат, это стопудово наша катка. Ну-ка. А, ласта немножко двигается. Коридор. Джерсей. Ай-я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 й. Тут, конечно, по пиписки по одному месту пошло. Но уничтожил, брат. Ну уничтожил. Просто, Данек, ну ты не представляешь, как это вообще. Играть с телефона, брат. Этого мы, пацаны, скоро RG просто. Вот реально, все перейдем на телефоны. Другие команды тоже. И вообще тут непонятно, кто как будет играть. Это вообще очень интересный экспириенс будет. Так, ну давай, попробуешь потянуть время, а я пойду в компы, попробую залететь там, знаешь, так. Слушай, стилета вообще, на самом деле, скины такие классные. И на сайфика круче, чем с айпада, я тебе говорю. Да, кстати, да. Двое. Тащу, брат. Я флешку дал. Убил первого. Коридор. Вообще ничего не видно. За синим. Что я говорю, пацаны? Данек, ты просто. Просто красавчик, брат. Затащил. Вот я просто из-за Данька только тащу, пацаны. Так, ну М-ку. Знаешь, что мне вот здесь нравится? Это М-ка и С-ка. Вот реально. Они так, знаешь, кайфово. Вот так вот просто мяу-мяу-мяу. Настреливаются с них вообще как. Флешку дал. Спасибо. Не за что. Дай я убью. Пожалуйста, убил. Ай, хорош, брат. Ну ты лучше. Фу, брат, а ты тоже тащишь. Ты тоже ни хрена себе тут вообще-то, на самом деле, брата. Так, я сейчас разгиблю. Че, подсадочку дать тебе? Подсадочку на 9 дать тебе, братанчик? Давай, брат. Я даже метки могу ставить нормально. Вот карта прикольная. Так, раскид будет, конечно, более упрощенный, я думаю. Девятка, пачка. Ай, хорош. Да, я вижу. Сказал я жить сам себе и пикнул, дорогие друзья. Ну, ё-моё. Ай, Данёк, сори, ты это хорошо. Надо было девятку оставаться. Я зарунил, брат, ты не виноват. Данёк мне дропнул М-ку, так. 9, да. Есть флешка у тебя? Да, есть, сейчас подожди. А я без головы. Ой, я убил. Жить, флешку в коридор, давай там, накинь. Давай. Просто на тимплей, давай, раз. Давай. Два, три, накинул. Доджи. Ай, хорош. Ай, лучший, братан. Вот это РГГ, пацаны, так. По тимплею, бро. Красавец, брат. Короче, у нас, в принципе, все есть. Давай. Ты мейн просто вот расфигачь, а я компы пойду. Давай, брат. 6-5, пацаны. И я напоминаю, мы играем с телефона, между прочим, ну я. Данек с айпада. Данек, слушай, может мне как бы норм 8-6, я тут веду как бы. Может мне с сайта играть? Да, почему нет?
Топы пошел! Что? Он реально пошел компы! Брат, это полная катка. Пацаны, что с ними не так? Они пошли компы. Это вообще что такое? Как? Так, ну что ж, в принципе, айфончик на самом деле прикольный. То есть, с любого айфона, там, даже на самом деле 14 Pro достаточно уже, мне кажется, будет для игры как бы в Standout 2, да, Pro Max там. Мне кажется, этого достаточно. Поэтому, пацаны, если вы хотите... Хаммеры? В Киберспорте 9 есть. 9. 1.9, да. Можем вместе выбирать хаммер. Как бы, я думаю, Данек, достаточно. Да даже 13 Давай. Pro Max там есть, да, который тоже норм. Да. Майн тупой. Ой-ой-ой. Ну не, он с прицелкой, там без шансов, на самом деле. Против прицелки очень трудно играть. Классно 9 был, брат. Тащи. Просто, пожалуйста, вытащи эту катку. Вытащи просто, брат, эту катку. Ай-яй-яй, он даже не фейкует. Мы типа поменялись сторонами, Данек стал тэшником. Он кэтэш. Данек принимает пачку. Ай, хорош, у нас даже с этим. Забрал пачку. Забрал? Он пенсил. Бомба нам надо запланты? Ай-яй-яй, грязюку делаю, Данечек. Давай, тащи эту карточку, нам нужно выиграть, да. Ай, хорош! Да. Сюда, это RG, пацаны. Это RG. Вот так вот надо играть, вот так вот нужно играть. Как Данечек, как Данечек. Сетик у нас имбовый, конечно. Ну, сетики, да, имбовые. Это стопудово. Мне нужна прицелка, Данек. Вот типа без прицелки я вообще ничего не могу. Я вообще ничего не вижу, чтобы ты понимал. Типа, я не то, что еще как бы не вижу. Я если бы вот так вот сидел, пацаны, если бы вот так вот сидел, я бы видел. А тут no. вообще лаки вообще. Нам еще в чат написали лаки. Я посмотрю. Ну да. Ну да, лаки. Сейчас посмотрим. Ой, это запуск. Сейчас посмотрим, кто лаки, кто посмотрим, кто лаки. Мне 9. Так, дорогие друзья. Нет, я горю! Мать! Не-не-не, блин, я просто реально, я не могу. Вот если бы я вот сейчас попробую одну катку вот так вот сесть. Прям фу фокус. Смотрите, вот реально что-то изменится. Я говорю, да, сейчас я докажу, что я реально хорошо могу. С девятки ушел на мейкбом. Понял, брат, ничего не поменялось. 39. Тащи. 7-8. М16 на зелени. Справа М16. Ай, флешка есть. Флешка есть. И вот прямо справа М16, прямо справа. Ну тут он-то. Тут просто гиганте. Я заруинил, заруинил немножко, да. Надо было перестреливать или просто закрыто стать. Ну, 8-10, неплохой результат, брат, неплохой. Так. 8-7. Ой, 7-8, 8-9. 7-8. Ну что, Данек, давай, предлагаю еще одну. Да, давай. Погнали, пацаны, мы сейчас вернемся и сыграем еще одну. Ну что ж, друзья, вот мы и на второй карте. Сейчас будет карта Rust. Всем показали неплохой результат, на самом деле, с айфончика. То есть можно реально играть, это играбельная тема. Но, естественно, хотелось бы экран побольше. Именно 14-й, он прям такой маленький-маленький. Но, в принципе, если вы там, знаете, там на учебе, ну да, в большинстве там путешествуете, то айфон, поиграть тема. Даник, ты готов? Погнали. Да, не готов. Супер тактики, let's go. Мне кажется, здесь нереально именно давать раскид, потому что это очень трудно. Здесь вот пиксели, хер этот пиксель найдешь, вымеришь или еще что-то. То есть, как бы, очень трудно. Поэтому здесь, скорее всего, будет фастовый раскид у нас, да, в стендофе. Наверное, не факт. Но очень, как бы... Нет, удачи. Такой труд. Я смог мейн. Окей, я смог сидеть. Раз, два, три, дал смог. Сейчас посмотрим, прилетит. Ё-моё. Хотим... Что за флешка? Это мой смог такой прилетел? Это твой смог, брат. Да, брат, понял. Ставлю под мейн. Я мейн запутаю. Давай, ставлю под мейн. Понял, еще и флешки минус. Так, окей. Сейджура, пацаны говорят, Сейджура. Оп, зиге. Как тащить буду, чтобы я просто тащил? Минус 29. Минус 50 он был, брат, он просто лу хп, НТшечка, братан. Я знаешь, что хочу? Я хочу взять тег, да, тоже тег. Вот с тега нормально, плюс В бежать. Эк, и... флешка плюс В. Да, нормально, сейчас залетит. Сейчас... Я понял, даже не приседаю. Да, у флешку? Давай, let's go. Чё, не отдача? Мейн минус 73. Минус 73, он на 5 на лоу хп. Почему-то не хватает. Брат. Не хватает чуть-чуть. Просто брат, вот все, давай. Вот сейчас сесть надо. Вот сесть надо максимально удобно, максимально комфортно, чтобы было на круто. А то с этого телефончика вы еще играете на самом деле, блин, так. Надо прям сидеть и прям близко к лицу айфон. Это стопудово. Так, накидываем сейчас, накинем его. Сказать хаешку. Ну-ка, че я попробую вообще. Так, ну стоит это дач. Мэймсик так же. Вы ничего не видели, пацаны. У меня гранаты вообще очень не тупо, короче, я поставил. Ай-яй-яй, сюда!
сюда, пацаны. Короче, он в зиге также стоит, да, по-моему, мейн зиг. Могу тебя открыть нас? Не надо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, запрыгиваем. Так. Он на миду забрал ган. Понял. Зиг занял, он мейн может пикать. Да, он мейн, хаешку, пал, нет. О, куда это? Ну, я забираю этот раунд. Ты лучший, братанчик, красавчик, просто умница, найс. Найс, пацаны, вот так вот танечек сейджера тащит. Вот так вот. Так, берем хаешечку с тобой, да? Можем зиг взорвать с бокса. Давай. Слушай, а вот, думаешь, я попаду вообще, кстати, если прям вот с телефона? Могу я прикинуть. Ну давай ты. Мне кажется, тут надо вот так вот вымерять. Ну не, в целом я бы попал. Вот смотри. Давай, кидай. Я не вижу, куда кидать. Ты попал, брат? Да, вроде. Сюда, ты попал. Изи. Ай, красава. Ай, лучший, брат. Ну-ка, давай ставь под зиг. Я тебя прикрыть. Давай, бро. Я дам мэр. Даджи флешку. Ага, найс. Могу. А он не мог спину пройти? Мог. Так, я бокс. Все, я взял спину нам. Ага. Флешка есть у меня. Я отвлекся на мейн. Осуждаю. Я просто отвлекся на мейн. Тащи. Не шарит. Он вообще не шарит. Хорошо, он не фигует. О! Хорош. Просто ты ньюхера, новый герой. Ну, ньюхера. Нет, ты жестко. Тебе прицелку? Да я возьму калаш. Я возьму калаш. Хочу с калаша понакидывать просто вот такие оплеухи просто. Бам-бам-бам. Так, в принципе, так-то вот так вот расчекивать, типа, это ничего трудного. Единственное, хват, еще раз говорю, да, неудобно сижу реально, пацаны. Надо прям сделать такой, знаете, потом видосик, где я прям играю реально в фокус телефона и посмотрим, что из этого выйдет. Да, возьму зиг мейн. Ага, давай. Зиг, точнее. Можно хаешку зиг дать также. Так, я потратил хаешку. Опа. А он нет. Так, я взорвал мейн. Нет. И меня, я 6 хп. Взорвал. Я 6 хп, я просто живу с сейту, брат. Я выбрал мейн, брат. Думаешь, зиге? О, зиге, у вас хорошо. Что ты дал? Я такое умею вешать с телефона, ни хрена себе. Ну хрена себе рандом. Они только сейчас поняли, что против нас RG, против вас RG. Так, накидываем флешечку. У меня есть... А у меня нет смачка, но у меня есть хаешечка. Они также это дача. Глазируем зиг снова. Слушай, мне кажется, он пить не смог. Давай ты внутрь, я такую дальнюю. Давай, раз, два, три. Понял, я еще промазал, брать. Да. Но он за ящиком. Минус 8 хп он. Почему он не хватает? Пацаны, что залетает? Почитаем и наказываем за их действия. Данёк, ты вообще так, знаешь? Ты вообще думал, что я так с айфона могу? Брат, я всегда в тебя верил, ты чё гонишь? Спасибо, брат, возьми вот так. Я, короче, дай хаешку тебе скину, был, хочешь? Ну ладно. Флешку? Молик, пацаны, не повторяйте такое. Короче, я ставлю пачку. Давай, иди в спину. Я потяну время. Иди. Я потяну время. Все, пацаны. Two I later, как говорится. Сейчас тянем просто максимально время для ваника. А может я сейчас выиграю. На, первый. Ты выиграешь. Лазик должен. Ай-яй-яй, он вышел с сайта уже. Он в чате дает инфу мизу 113. Просто лучший Данечка. Сюда, пацаны, сюда. Ай, хорош. Просто грязюк делаем. Не, на самом деле круто играть с телефоном, просто, пацаны, у iPad попробуйте с телефоном, вот просто попробуйте, это такие ощущения, так все малюсенько, просто такие тапочки, вантапчики можно делать. Тапочки. Не, прикольно, мне нравится, это кайфово. Я думаю, пацаны, скоро на телефонах увидим, как мы будем фигачить, это просто классно будет. Только с промаксов, Да, не с таких малюсеньких, просто это прям вообще убить зрение можно, мне кажется, с таким телефоном, потому что, ну, реально, тут надо присматриваться, все максимально. Я возьму бокс. Взял девятку, я не знаю, насколько эффективно я возьму тебе девять, брат. Я хочу попробовать взять хаешку. Валяха, у меня кнопка стоит хаешки просто под себя. Я все мисаю просто, вот, раскид, конечно, сейчас. Выхай, я девять дадим, если есть. Не, мне уже нет, я уже все потратил. Отпустил девятку, я спину чек. Ну, и девять вышел, да? Ну, брачка. Ай, хорош, брат. Пачка, кстати. Ой, бомба, да. Ну-ка, что они будут делать? Мед чисто. Сколько, значит? Добро. Ну, я пострелялся, решил как бы проверить свои силы. Ну, пачка на девяти он вообще не заберет, брат, никогда. Только тебя кушает. Либо заберет. Она точно на девяти? Да, точно. Все, уходи.
Ай, хорош, переиграл и наказал, братик. Просто лучший Данечка с Эйджера на месте, так сказать. Но я вовремя тебя заколил тоже, да? Да-да-да. Я не знал, я думал сайт. Так, я пошел. Короче, пушить коннектора. Это довольно-таки важный момент, чтобы они не вышли на мидл. Потому что это будет габел, если они выйдут на мидл. Я думаю, он там же, кстати. Да, я с тобой. Ай, разменивай. Ай, ну, ему вряд. Ну, свет. Ё-моё, братан, НТшечка. Так, окей, ничего страшного. Так, ну фомасик надо точно взять. Фомасик, хаешь и погнали. Ну я разыгрался, брат, смотри, сколько у меня уже 6 киллов. Ну у тебя 8. Так, все, пацаны, Бокс есть. Что за фокус? Я топну. Пацанёк, есть смоку? Давай, смотри. Фига, кто появляется, типа, что, упасть по запаку? Ну-ка, пачка 9, да, пачка 9 уходит всегда. Ой-ой-ой, вот это мув. Пацаны, ну что он творит? Какую грязюку делает? Вы просто посмотрите. Они уже в сайту. Самая нечитаемая позиция. Что он делает на девятке? Вот как раз таки ласт сайту. Что он творит? Просто он гений. Жизнь просто ты лучший. На него красава, как он разыгрывает эти клатчи. Ай-яй-яй. И вот там. Давай. Ай, еще я убил туда его. Заплачку не забрал. Мне прицелку надо, брат. Давай срочно мне прицелочку. Прицелочку, понял, на. Давай, прицелочку. Ну зачем так играть? Чего пишет? Так, ну, пацаны, это же по-другому никак. Так, проверим смог. Давайте не смог, а молит попробуем. Wednesday. Девочка Wednesday с последней парты. Я девять. Не, ну раскид можно кидать с телефона, норм. Давай, бери 9, 1 бокс. Мидл не будет, думаешь? Ай, хорош. Последний я должен сделать. Давай, я должен убить. Давай, брат. Оставь мне его. Бокс или нет? Я бросил АФК. Пачку боксу, Сань. Окей. Он мидл может пойти? Может. Или, блин, он, мне кажется, тот чел, который... Почекай, мид, почекай сейчас. Я боюсь, я сейчас уйду, и он 9 пойдет. Че он? Пощадись. Вот так вот мы наказываем и показываем, пацаны. Давай, я запушу. На 9 его нет. О! Да, он мейн. Давай. Я закрыто, блядь. Ай-яй-яй, спасибо, Данечек, спасибо, пацаны. Вот так да. Просто видосик тут получился. Даня, спасибо тебе большое за такие крутые напарнички, брат. Ссылочка на ДНК будет в описании. Но мы переходим к консолочке. Надеюсь, видосик вам понравился. Это просто жесть. Пишите в комментариях, вообще нравится ли вам играть с телефоном. Да, мы идем к концу. Ну что ж, киберспортсмены, реально с телефона играть пока что тяжеловато, но вроде так легко, там на пальчиках как бы получается, все круто. Надеюсь, следующий год у нас будет реально крутым, потому что там мы будем переучиваться играть с телефонов. Будет интересная игра, будет новая мета, и посмотрим, что из этого выйдет, друзья. Ну а вы напишите в комментариях, готовитесь ли вы к переходу с телефонов или нет, или вы же играете с телефона или с айпада, что удобнее, тоже напишите в комментариях. Ну и конечно же, друзья, участвуйте в конкурсе на Battle Pass, итоги будут в следующем видеоролике. Ну и с вами был, как обычно, Скилл, мы не прощаемся, увидимся в новых видео, друзья. Всем до скорого. Также не забывайте смотреть вот эти вот видосики на канале, вот впереди посмотри, вот этот вот видосик на канале, тыкни и подпишись на канал. Ну что ж, друзья, всем удачи и до скорого, теперь уж точно.